Возможное участие Украины в формировании газового коридора с Хорватией и Венгрией обсуждал украинский премьер со своим хорватским коллегой. Киев готов участвовать в проекте, заявил Владимир Гройсман. К тому же, помимо поставок топлива, коридор предполагает потенциальное объединение газотранспортных систем трех стран. Мы зацікавлені в тому, щоб створити газовий коридор Хорватія, Угорщина, Україна. І ми все будемо робити для того, щоб цей проєкт наблизився до повноцінної реалізації. Ми зацікавлені в такому постачанні газу в Україну. Владимир Гройсман второй день с рабочим визитом в Хорватии. Прибыл вчера бортом Ан-148. Встретился с президентом страны, премьером и главой хорватского сабора. Обсудил с ними вопросы двустороннего сотрудничества и принял участие в работе бизнес-форума.